Здорово. Ой, ты тут? Я еще ливнул, просто там и релка туда-сюда гулять начала. Ну давай. Потихо там летите уже, сумоньте. Да-да. Там Хэнкл стоит. Нет. Надо Хэнкл ставить. Кстати, стрим оффни, чтобы не фризило, если что, смотрите, идет эфир. Может, подлагивает из-за этого.
крутой проведение по воде. Еще анонс, что ли, в гильчат? Давайте сумуйтесь, там уже потихоньку будем начинать.
покупай ризи для бафа, не надо здесь просто думать. Еще раз шкаф сразу тут. Всем привет, господа хорошие. Здорово. Сманите, пожалуйста, я тут перебивался пока. Что-то в котике был. Где бриллиант на выносливость? Как он называется? Цельный, все, спасибо. Нашел. Взять больше некого пока. Ну, будем так начинать. Все. Чудненькую надо еще. Сука, поймать. Без холипала тут стартовать такое. И без танка. Ну, хотя Бьорн есть, если что. Но вот холипала нет. Мне зайти на холипала? Ну, пока не стоит. Давайте еще курим пока 5 минут плюс-минус. Интерфейс, модификация, это LNVN группы. Скачай новую, у тебя да, они уехали группы. За экран. Они у тебя за экран уехали, и типа их никак нельзя вытащить, походу. Я в шкале пока, да, или мне спектр? Короче, покурим. Должен быть. У меня вот точно есть. Должен быть. Слав, крикни на ХП, а? Да пока еще не пулим все равно. Вот, смотри, просто, чё за хуйня? Опять 101. Чего? Чё за хуйня? Вот опять 101, а почему в Ульдуаре 108? Чё за хуйня? Не знаю. Потому что СЗС не актуальный рейд, и тут повышенный баф. Может, потому что ты шемом? А, ты был шеймом, да? Да, АЗС, я актуальный рейд, тут бафают же, баф. Сейчас висит на рейды, ульда не приходит точно. Туда. Точно. Да, зов. Точно. Что еще раз можно?
Короче, баф. Посмотри, 24 часа. Зов приключений. Покорение рейдовых подземелий. Он тебе дает статы. В Ульде, БСке, Хиржале, Назорке. Он не работает. Ну да. Есть такое. Я, блядь, сижу, думаю, куда ХП нахуй делать? А, подожди, в БСке, кстати, работает. Не должен. Это актуальный контент. В обычке, не в обычке может работать, в Хайме точно нет. Ну да. Как уведомления выключить об ошибках? В этой помойке. Есть аддон, сервер вроде. Короче, есть все. Макрос. Только его надо постоянно... Нет, интерфейс, ошибки, LLR, где-то там, по-моему. Ты что говоришь? Да нет, не то. Ты имеешь в виду красным текстом, который пишет? Нет, нет, обычным текстом. А, обычным текстом. Вылетает ошибка окно, что ли? Да, типа отключить модификацию. Ну это ошибки Луа тогда надо отключать. Да, интерфейс помощи ошибки сценария Луа. Помощь ошибки сценария Луа. А, все, понял, спасибо. Это вообще ульта тоже не актуальный контент, поэтому... А есть еще хуйня, то, что вот это, которое спамится в центре экрана, когда у тебя ГКД, там... Не знаю, ну, это сервер, как раз то, что я про вот это макрос. Подумал. Есть макрос. Вот такой. Ну, Мордрус, они ульду считают актуальной, поэтому там это не работает. Не знаю, на сайте подсвечивает серым. Ульда 25 хм? Да. В которой считался ПП за актуальных рейдовых боссов? Ну. Но он считался там, да. Который убрали, видите ли, сложно ПВПшерам это делать. Спасибо. Так, чего эти по тактике тут напомнить? Давай сразу пока метки поставлю, пока мы... Хорошо. Так, будут вешаться ледяные склепы. По-любому одна на танке активном, и две пары будет на ДД. То есть два раза вешается. Ваша задача. Два ДДшника. Сначала возле квадрата, один прям с краю разливает, другой в квадрате. Это первая пара. Следующая пара посередине и в луне разлить. И потом на яде там сдиспелиться, чтобы они замедлили вихри после опять перефазы на лед. То есть лед, яд, лед. И надо будет разлить лужи и в них еще сдиспелить яд, чтобы они стали замедляющими, такими ядовитыми, зелеными. Ну, увидишь. Знак вот. Называется дебаф. На миликов вешается, на неактивных танков, на всех вешается. Это магия. Второй дебаф — это яд. Коррозия. Снижает агро. То есть приоритет танки, которые стоят вот тут на круге маленьком, диспелятся. Это первая метка. Там где-то рядом вторая на другой стороне напротив сейчас. Плюс-минус. Чтобы босс не выходил за радиус круга. У него фазы. Вот этот маленький круг внутри. Выходишь за радиус, начинается другая фаза. И также обратно. В остальном обстрелы летят в РДД, то есть на это похуй. Вы дамажите, следите за агром. Ну, ты срывать не должен, но все равно, мало ли. Ну, не должен. Если кто срывает РДД, между фазами они двигаются, чтобы босс не был. То есть, если со льда на яд мы вышли, и чтобы с яда он на лед сразу же не вернулся, вы должны слева-справа стоять от круга. То есть, не в центре, но, то есть, чтобы путь его следования не был через центр. И радиус круга этого по бокам. Соответственно, со льда также вы все в центр... Точнее, с яда. Вы все с центра сбежались, там в лужу. Подождали. После вихри. Перебежали, в центре собрались. Первая перефаза, мы сбегаемся все в череп, в лужу, там хилимся. Если словить конец коста перефазы, то ты словишь стан и будешь много урона лутать. На танка активного, который будет оставаться на перефазе склепе, на нем будет дать зубы и так далее. Короче, давайте чек плюс-минус. Непонимание на пул для остальных.
Начинать будет, если что, Ива здесь я. Тотем очищения, я один шаман. Диспелить яд. Ну, чудненько диспелит. С ядом вы бежите в лужу синюю, вот ключевое не забыл сказать. И ждете диспела именно в луже. То есть на вас дебаф яда и дебаф лужи синий. Если вас диспелит вне лужи, по всему рейду кинется яд, начнет дамажить и обновиться на танках, они не смогут набирать агро. Больнее всего здесь бьет только танков. РДД получают урон здесь только от обстрелов. И все. Кого драктир можно поставить от воды или от природы? Да, ну бьет больнее здесь вода, именно в склепе на перифазе активного танка, который остается. Все. Мне в ШП или в Холике остается? Холики. Хожу, ставлю тотемы. Сейчас пластику пропью и даю очки. Отчет. Пуляйте, ловите, пожалуйста. Все, ладно. Дал Герн. Вон я там с тотемом одним проебался. Видимо, блять. Ладно, сорян, сорян. Все, бьем, бьем, все нормально. Все тут были. Обстрел. Один обстрел под щитом первый можно ловить. Пиво здесь я застре. А, нет, горе застре. Сорян. Это просто пиво, бля. Все, ладно. Смотрим обстрел. Следим, скоро будет с танка, нам будет диспелить. Секунд 5, плюс-минус 10. Так, Цитаэль, Войд Дефендер. В луну, в луну, в луну, Войд Дефендер, в луну. Ну, блядь, обстрел. Вышли и перифаза. Все сбежались к луне. Ну или в лужу, похуй. Шелмейдена прохил. Все, сейчас там ловим босса, чтобы он на центр не пошел. И ушли с центра все. Сальво по Мортрусу. В центре только хилы, если что. Вот зачем ты в меня сейчас прибежал, чтобы два обстрела в нас было, блядь? ДК нам пришлось пульте. Двигаться. На пульте в ДК. Так, смотрим яд сейчас. Войд. Можете бить, наверное. Нам урона хватает. Бей, Войд. А миня можно здиспелить. Потом главное здиспелить Гориса. Залп. Да. Во всех. Нет, РДД. Если на рендже нету больше 8 РДД, тогда в миле. Так, пиво здесь я, нас диспелить, остальные бьем. Горис. У нас дамага должно хватить до фазы ветров. Обстрел. Уже выходить надо. Танков менять, прожиматься, если он не снимается. Пиво здесь я, надо диспелиться, в лужу идти. Бля, я только что стоял. А тебе дебаф еще. Следи на тебе дебаф, нельзя сразу диспелить. Нету на тебе лужи. Пиво здесь я, нету лужи. Хорош, диспелили без лужи. Залп, вышли. Танков главное диспелить, остальные дамажим и хилимся. Главное танки продиспелиться. Танки пока не в лужах. Горис диспелил. В центре дот полон рот, хорош. Ну, смотрим нормально, проход, нормально. Смотрим проход. Кто умрет, тот... В центр сойдите все, не выведите его. В центр, все в центр. Тот полный рот бьюзли в центр. Эксти тоже. Горис поймал, все, вышли на радиус. Обстрел будет сейчас под босса, блять.
Добиваем. Че, ФД не нажимается? Сложно. Увидеть таргет на Комагро, блять, и нажать кнопку. Мы же ДДшники, мы тут дохуя дел делаем. Ну, если нажимал, то увы. Пэтов убираем. Отказываемся, вам сейчас отдадут лут парового ГП. Бля, чё-то я не увидел, что у меня паляющий тотем стоит. Вообще сорян, конечно, но ничего страшного, я думаю. Да, похуй, убили. Да. Чё-то Войт умер. Войт, чё умер-то? Вихрь, да, не успел пробежать. Ну, проход ты понял, да, где появляется, где мы диспелим, метки стоят. Ну, вот я поставил квадрат Луну, я же рассказывал. Там первая пара, вторая пара с ледяными метками. Чтобы была линия. Чтобы потом там замедлились они по очереди в ядовитых. Запулили трэш. Поэтому. Лок не убрал по это застрой. Ну, боя нет, я хз. А, вон он. Все, они скинули вроде агро. Не все. Жрица хилит, девочка трабл теперь в агро. Да, они скинули. Все. Завайдилась, как бы. Да и вроде нет. Я был. А Эль. Она кастует. Пошли наверх убивать, блять. Один танк, один хил, 3 ДД тут, да, нормально? Ну, не вывейджи. А, он нормально. Войт, там можешь вставать, наверное, если они там не могут резнуть, если в воде тебя суманут. Человек, ты ушел из ДФ-ки, не было ХМ-ки, да, еще? Он только вон. Я-то после нее съебал. Ну, одного из сложнейших боссов мы убили. Осталось еще два. С первого раза, это странно. Вообще странно, блядь. Ничего, на вайш отыграется. Надо, наверное, так мне пулить почаще криво, да, и это будет так все получаться. Вот как кто-то пулит, все хуйня. Стоит не спулить криво, прям взяли и убили. Ну да, сам это, типа, как хорошо не скажешь, блядь, алкоголиков, да? Да ладно, я ору. В легкой руке у алкоголиков, да, что-то такое? Ну, может быть. Ладно, я ору, конечно. Ты пустоту взял, Киря? Пустоту у меня тут... Не взял. 4 штучки надо. Самоните оттуда, пожалуйста. А наш кулаки так, развесят? Тут по тактике. Ты просто бьешь в жопу, под клиф не лезешь. Танки там между собой по стаку меняются. Клешни, если что. Пиво здесь у нас будет на мобе. Да, на мобе. РДД свищу. У нас есть вообще-то отдельный свой групп-чатик, не мешай мне. Тебе главное следить за стаками, тут ты когда бьешь, как на синдре, настакиваешь на себе яд. Просто я один шаман, диспелить особо никто не сможет. Смотришь, как тебя начинает количество стаков сбривать там процентов по 50 хп, ты стопаешь урон и ждешь, пока скинутся стаки. До 10 стаков держи просто и все, и дальше. Да и 10 там может еще не сильно бить, там где-то может около 15 его бить сильно начать, 13, ну около того. Ну, где-то так. Ну, увидишь, как тебя будет плюс-минус начинать ваншотать. Помимо... Не скажу точно, яд какой-то. Там вроде два разных яда даже. Два. Но основной настакивается на тебе там прям от твоих спеллов всех. И автоатак вроде как. Да ща увидит, короче, рибаф. Да-да-да. Сманули, рыбу ешь быстрее. Нет, второй колодец затыкивать не надо. Колодцы так, уберите все на момент. Вы что, два демона, да? Вы там разобрались, у нас бьюзелец тогда с дем бьет петом. За стресс топает. Раскликайте колодец, пожалуйста, молю вас. Так, кто нам ловит рыбеху?
Давайте. Если сейчас он заевейдит, вы знаете... Стой, отмените, нахуй. Мортер, ты блядь. Чё без мана? Ешь рыбу там. Спасибо. Все. Давайте чек дам. По бафам. Кулак, каска, там на варах обновите. Кулак, лапу. Все, остальные вроде все готовы. Можете ловить. Так, тем очищения. Поставлю себя в пати к танкам. Ловите. Возьму одного топ ДД. Вот так. Кто мили, кто рев ДД зомби спалит? Так, отвернуть чуть-чуть, еще, наверное, надо босса. Все. Спалит. Так, Гера что, спала, что ли? Знаете, тогда. Отлично здесь. Крушителя забрали. Ливаем через босс. Бориса убил, отстай, резай быстрей. Добрый. Так, можно и СС там держать один на танке, один на хиле, как блоки между собой договоритесь, кто это будет делать, лично ли бабу. Моба забрать на хиле. Милики, там мне, на мне. Вас больно бьет, вижу. Дал гимн. Ну, хорошо. Танки, говорите, еще вам прожинки давать хилам. Если видите, там заслакали с танками. Я говорю, стань варуй, то я дебаф пытаюсь. Я хули ты стоишь что-то. Я могу подальше от миликов иду. Ты можешь встать вот здесь, вот и развернуть его вот так вот. Все, вот забей, короче. Нет, конечно, нажали. Хождение, идем к Морогриму по воде. Ну это стак, по-моему, он не забрал. Да. Там он забрал, после этого у меня автоатакой перепиздил. Я точно перепиздил автоатаку. И по мне влебашило. Это еще под прожимками, кстати. Еще пиздец. Да, что этот не показывает? Приор. Там было сложно среагировать, дать прожимку. Еще какую-то хиловскую. Не, хиловскую там вообще нереально было. Угу. Вон, ты видел, я прожался там фул вообще. Хотя просто ваншотнул. Ранг есть? Или нужно будет на паузу заходить? Кто-то Магрит близко бежит. Маркиза. Если не умеете бегать там под мостом до упора, пока большой молот над вами не пройдет, и потом поднимаетесь прям рядом. Через текстуры не агрится. СС в какого танка? В Пиво? Горис. Ты большого ловлю? Он с ПРом. Да, и сейчас тоже, кстати, СС меня надо. Я вожу. Или кто? Ну, там как улетит. В идеале, конечно, ты. Посмотрим. Воронку ролим вроде как. Опа. Это что, 800 голды или сколько? 600. 600, фак.
Все, да. Короче, зашел, что-то я вов, меня кто-то попросил 50 голды. Я дал 50 голды, через 5 минут смотрю. Ой, не через 5 минут. Через час смотрю, захожу по новой на почту. А мне воронку прислали. Приятно. Жоу. Радости жизни. Какие. Я сейчас скину воронки. Я думал, скажешь, а у меня на починку не хватает. Короче, дощищай трэш, я ща приду. Спасибо, быстро. Иди сюда, потихонечку. Почта есть. Где? А, вижу, спасибо. Да, 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 да. Брызги воды выключу, и она перестанет переключаться. В графике. Как еще раз, брызги воды? Да. Там, по-моему, анимация воды или как? Или на брызги так называется? Интерфейс, камера, брызги воды. Баны в рот, дай бог тебе здоровья, на. Я уже, блядь, месяц мучаю. Жестко вы страдаете вообще. Так, короче, по боссу сразу тебе расскажу в двух словах, что тебе надо знать. На второй фазе после 50% на землетрясе, на длинном косте, набрать рейндж между миликами, между собой. Ну, вы можете по двое поделить, нажав ШВ, там проще девки. По два человека. А так, в общем плане, посмотришь на боссе, что происходит. Босс от агра играется, не таунтится. Танки по очереди летают, ловят трэш, подводят под босса. Держатся по агру. По напулам что у нас? Что-то есть, нормально. Короче, ставлю рыбу. На колонне. Справа. Да нет у меня пустоты. Я же тебе говорил. Пук я не взял. У меня на кресте все. Че надо? Какая пустота? Это воронка, я так понял. Наверное, извечная. Так, где там люди?
Так, третья пати слева, четвертая справа по РДД. Так, сейчас я себя верну. Как смотреть, откуда мы пришли в кишку. Сейчас стоим слева-право за колоннами, чтобы босс пришел и не сдул тебя. А потом подойдешь и начнешь бить. Давайте чек на пул. А хилов ты распределил? Хилы, Коли Пал с ДЦ по центру стоит, ЦТЛ слева, Шифран справа. Пати хилит. Туда, в кишку, откуда мы пришли. Так, я вижу людей, не тут находящихся, слева, справа. Вы меня услышали? Третья пати, четвертая. РДД. Тут лево, если что. Все были готовы. Ханты с Напулом подошли к боссу. И Напул у нас идет первый на ДК. Да я лучше улечу, мне надо в него. Ты? Да, потому что там трэш будет выходить из двери. Так, тексте отбой дал Напул. Второй хант Винстон, иди Напуль. Сейчас просто автоатакой в босса вгорится. Вот где тексте стоит, смотри, туда к нему подойди. И нормально ты пулишь. Ты сам много бил. Быстрее, быстрее, хватка уже. Протаскиваем босс тексте, на тебе агро. Шилд отвернул, протащил. Трэш под жопу, быстрее. Смотрим, Woman, Hate You Mom, ABS, Mortress. Пиво прыгай, пожалуйста, когда... Девочка Трабл умирает почему-то. От меня торпеды закинули. Так, я нажимаю, начинаю шок свой. Напулить надо клубноидно. Ну ладно, смотрите, сами еще говорите, кому напулить. Я бью тоже. Поактивней. Трэш. Я тебя салю по Мортресу слить. Так, фаза 20. Еще много. По пиву можете напулить. Амини, Мортрес, Афикс. Подскидывайте постоянно. Трэп Агро Амини. На пульсе, пожалуйста, в пиво здесь все. Мортрес, развернись сразу же, босс, он на тебя сейчас... Я уже пошел. Сейчас попробуем забрать. Так, еще сейчас Мортрес хилить? Да, хилим Мортреса. Можешь щит одеть. Да не, его не пробьет, сейчас успеет забрать, мне кажется. Следующий погробы без плава. На пульсе. Дайте по мне сальву, если есть. Давай я уже улечу. Не забирай, давай я улечу. Ты умрёшь, скорее всего. Все равно не успели. А, успели. Стоп, Нурикас. Бля, какого хуя я улетел? Все, разошлись. Куда ты близко, Войт, бежишь? К РДД. Вот вдвоем там тогда водить. Ладно, все, ушли с центра, хилы прижались под колонны, чтобы вас трэш не появлялся, не убивал. Гера после следующего коста такого же.
близко тоже трэш не води, там особо призы. Пошел каст. Пиво, иди, пожалуйста, к Филдмейдену. Постой там рядом с хилами. У тебя нет здесь смысла стоять. Мортерс умер, БР, дай ему Бьорн. Там под боссом справа прям. Типа от него. Филдмейден сдох. Вливайтесь, босс, помогите. Стоэль, резай быстрее. Пиво вроде там схватил. А, афикс. Под лицо босса стань. Главное, не веди большого моба под хилов. Он завис. Все, выброс. Все. А, все, вообще красиво. Еще каст. Умер. Добиваем босса. 4 ляма. Давайте, давайте, давайте. Горис, отворачиваем. Все, нормально. Думаю, вообще налегке вышло. Блять, да кольцо выпадет когда-нибудь в моей жизни? С него нахуй. Наверное. Там еще и эту шляпу упал. Угу. Дайте хождение. Когда ты станешь кошкой? Такое ба-ба-ба-ба. Типа, когда победа босса. Я у меня, не знаю, звука нет, что ли. Просто все, звуки выключи. Звук отключи. Да я видел, что ты не пуля. На минутку отбежал. Потом дал, там уже когда тексте бить начал. Я все видел. Так, мы идем, пока трэш собираем, мы не бьем по одному мобу, блядь. Только хилы там моменталками подхиливают, и все. Вот знак календарь. Все, вот тут одного пока стопаем, двух. Дальше не идем. Кто может, под лицо там выходит. Хил один какой-то желательно. Девочка, выходи, и все, тут чумной, выходим. Выходим, выходим, чума. Милики, можете остаться сзади в кишке. Только рейндж тоже держите. Аккуратней, боссы, пожалуйста, блядь. Сзади еще один. Нормально. Подвел, все, забрали, отошел назад на рендж. Через правого. Сейчас он там череп. Три танка там разгоняют чуму, пока еще живут. А нет, два танка и ретрик. Чё говоришь? Да нет. Все, у меня также показ 28к, а у тебя 32, да? Нет, я вот Марагрима выбрал, ничего не двигается. Колодцы, да. Угу. Чё, как артеки? Да пока нормально, гидры с первого раза. Вы там подошли под разогнанную чуму, держу в курсе вас. Шилмейдена спало. Ну надо добить с парового еще одного, блядь. Вот они тут нас одолели. Короче, проходите уже сюда. Уже зачистим. Только бокам трэш аккуратней. У нас тут отдельная пати, которая убьет. Ну, пускай. Мы это убьем. Будем год его бить стоять. Моб на мне все. Еще один бежит. Ну так и задумано. Ой-ой-ой. И это хуёвый. Это вообще лол.
Кока, ты красавчик. Побежал красиво. Ну, прям можете больше людей бить большого там места, да хуище встать его бить, РДД. Чего там этот мелкий трэш дрочить? Этот мелкий трэш надо под него подвести и залить в ОЕ. Ну, чума еще пока гуляет. Вот сейчас надо разойтись, все вроде скинулось. Еще один вход. Ну это люди кто? Настроены побыстрее все закрыть и внимательно смотрят экран. Тогда да. Просто на келе хотя. Ну я воздержусь. Ты все еще хочешь пепел, демократия. Да? Пепел все еще хочешь. Что идея уже собирать на ачивке ока обычку отпала, да? Вводи Шелмейден сюда его в пачку. Рейд вайп из подкаста Келя на ночь. Ну тогда так все. Его там полчаса и бьешь так. Тогда было так. Никак. Сейчас уже не полчаса, сейчас там от силы 10 минут. Пиковый последний раз там. Ты два танка или в три что-то делали. Там мам, сейчас инженера, по сути, если его первым сразу заливать, там можешь любой милик протанчить в деф своих. Ну да. Кель это и в обычке очень веселый файл. Майнд-контроля массовый. Отчасти он даже веселее где-то, блядь, бывает, чем в Хейне. Ну, майнд-контроль совы. Правильно, и сейчас бы тоже так было. Ну это да, там что-то стоп. Если до этого никто не умирал, так работает. Так а что, стопать контроль, нет? Нет. Ну там, например, совы могут... Ну допустим, вот вы дали циклоны, все там, диминишинг ушло, блядь, 10 секунд вы поконтролили. Да. Ну, а что шипнуть, либо... нет? Шипнуть, да, шип, нерлока, жаба. Попал никто, надо шипнуть. Конь по-любому найдется с АОЕшкой, который тут же этот шип будет сбивать, блядь. Этот, кто там лутает ХП и перестает АОЕшку? Нет, самое веселое это совы. Это совы, которые не сдали Starfall до того, как пролетел в МК. Берет сову в МК, полетел Starfall по рейду. Пизда рейду. Да, но обычно старались сдавать, типа, пак. За секунд 10 до МК Starfall. Так, наши короче. Делали так, но это было давным-давно. Все равно находилась обычно одна сова. Надо Бьорну спекаться. Да, Бьорну надо спекаться. Метки, надеюсь, вам уже не надо ставить. Вы помните, где стоит шаман, где мейн стоит. Я просто назову, кто на ком. Короче, пиво стоит на бабе. А нет, пиво стоит на ханте. На бабе стоит вар. Вот. На мейне стоит горис. На шамане стоит... соответственно, Бьорн. Че, как хата убьем, Бьорна пиздавать, да? Да. Да. Здесь разбегаться надо, Славик, когда... Хотя я не... Типа, да, тут надо разбегаться. Короче, тут есть такие моменты. Это связка, три человека. Ну, он рейд не убьет, так что... Пламенная связь. Надо треугольник нарисовать где-то 30 метров друг от друга. Чуть плюс-минус. Короче, там дебаф раньше спадает, чем анимация. Надо смотреть на дебаф и разбегаться. Дайте как спал дебаф, возвращаясь. Треугольник рисуете. Если это хил, хил стоит на месте, вы от него убегаете вдвоем. В разные стороны. Потом ты держишь мейна в фокусе Каратреса. Он меняет периодически танка, рандомно уберет в таргет и кастует в него стрелу, которая всеми школами бьет. И натуры, огонь, и лед. Понял.
и бьет в АУЕ 20 метров, вешает доту. То есть надо отбегать. Там но... не отбежать, там мгновенно оно дается. В смысле, там идет долгий каст, и он выбирает сразу танк. Ну, по касту, да, по касту можно, но... Я и говорю, для чего держать в фокусе мейна, чтобы ты видел начало каста и успел отбежать от танка. То есть, допустим, если это ближайший танк, ты видишь, что таргет его на фокусе, сразу отбегаешь. Я буду называть ник, если еще в какого танка стрела кастуется. Смотрите на своего ближайшего. Мне в хелен... Где Хунтера танчит? Там, где стоит? Да, Хунтер, да. Да, там, где стоит, вот, ты потанчил Хунтера и пошел... Все, я понял, все. И пошел к Бьорну на шамана. Туда, в левый угол. Угу. То есть шаман у нас в левом углу за левой колонной, мейн за правой колонной, на максимальном РНЖ под стеночками друг от друга. Бабу тут на платформе, где мы сейчас стоим сзади. Хант там, где мы начнем слева от той дальней колонны. Обойдем РДД. Потом пройдем сквозь. Последний должен умереть... Баба. Мне в хиле? Да, конечно. На... В дальних танках на двух, вот тут между колоннами, стоит Цитаэль и Шафран. Девочка Трабл защита нам на рейде. Потому что если что, помочь пойти потом к ним сюда, между шаманом и мейном встать. Когда мы передвинемся бить бабу. Вот. А чудненькая стоит тут изначально между бабой и хантом, вот тут на платформе, где портал приблизительно. Мы обходим слева вот эту колонну, начинаем бить. Ну, вы милики с нами бегаете. Потом убегаете на шамана милики и ханты. И РДД остаются бить бабу. Все просто. Все понятно? Плюс-минус. Даю чек. Колодец уже ставит? Колодец... Можешь, да, вот тут в центре один есть. В центре уже поставили один. Ну, ставь там под шамана тогда. Вот здесь слева. Слева. Все, обходим. Пошли, пошли. Так, у нас начинает самогонщик влетает. Нет, не землетрясение, там стрела элементальная как-то называется. Стрела катаклизма. Да, вот, точно. Стрела катаклизма вообще. Долгий каст. Очень долгий, увидишь. Он меняет таргет танка, блядь, все там видно прям вообще изи, если держишь в фокусе и смотришь за ним. Начинает самогонщик, потом танки за ним растаунчивают уже. Даю отчет. Тотемы будут у нас на рейде, я тут сейчас между поставлю. Так, резист огонь поставлю. Пока не бьем, точечно, только доты повесили и ждем. Мейна забрать. Сейчас заберем. Никто не бьет, ману не тратим. Ток перестает хилиться, хан, добьем. Да связь будет 3 секунды. Аминь защитан Мортрес. Защитан на месте. Пошел мейден. Прожмись. Да, танк, которого летит, прожимается. Защитан помолк хилу. Надо резать его. Стоэль не может пока. Или может. Так, надо разбежаться со связью. Лок, ты не туда бежишь. Ну съебись с угла туда дальше, блядь, под хантак. Чё ты там долбишься, блядь? Всё. Щитана надо резать. Как-то. Катаклизма Бьорна. Прожмись. Так, там девочка больше. Трабл, иди похиль там, и Цитаэль, подойди, ресни, защитана. Там пингует по мини-карте, где он лежит. Так, какого хуя тут шаман стоит вообще? Они вот. Что-то поменялись местами. Я вот сейчас только понял, кого мы бьем, блядь. Стопнули нахуй в шамана, все вообще стопнули в шамана. А чё? Зачем? Потому что будет хил у босса, блять. Мне пизда. И пошли бить бабу.
Зачем вы слушаете нахуй? Я говорил, где шаман стоит с мейном. Прости, мне надо резкость, там мне пизда пьёт не будет. Да не, нормально все будет, не будет ему пизда. А вот он сейчас стоит у Бьёрна. Мишка соло переживает это. Колодец стоит. Пусть один хил Бьёрну, а там хилит, все нормально. Там колодец вроде. Да все. Вот сейчас смотри, он сейчас умрет. Он соло держит, успокойтесь. Hate you mom, за стрэп юзили с катаклизм Шилдмейдена. Ушли от него. Гим на хп. Да. Пошли, добили шамана. Медведь соло держит шамана, ему не нужна смена. Ну окей. Все, подводи босс к центру. Зависимый медведь. Береги осторожно. Пизда вам. Вы можете за пиларами не прятаться? Мы не на арене вроде. Так, Бьёрн рессой АБС. А, понятно все, блять. Ну кикаем каст. Не успеем убить. Блять, вот я и за этими с вашими перестановками нахуй. Пизду, блять. Бежались. Ну будет ездить. У Мишки там прожимки очень хорошие под этого босса, а у тебя их нет. Зашлись. В голове мелодия с деревни дураков играет. Вообще забей, просто вот я, кому я говорил, шаман сзади нас, где вот мы стоим, а баба там далеко с мейном. Ну, Бьёрн туда. Вот я кому-то такое вопрос. Говорил. Вот я кому-то такое говорил. Я говорил ровно наоборот. Баба сзади нас, где мы стоим, а шаман с мейном. Я уже на автомате стою, бью, там мне в личку пишет, я читаю что-то, блядь, уже в своих мыслях. Сулю, мы шамана бьем, блядь. Почти убили. Так и надо было его убивать, я затроил сам, потом пошел бабу. Это получается РЛ невнимательный. Я сам тоже уже затроил вместе с вами, забей. ГП. Вам как есть, да. ГП. Сходили на лайте. Ладно, все нормально, забили тему. Да нет, нет. Нет, это механика его обычная. Это веселый паровоз, блядь. Просто РЛ у КП и все. Я, естественно, всегда. Распри на ХП. Нет, уже все равно. Вы же понимаете. А вот если брать, то моб может зеркало не успел забрать. О, просто. Ну ладно, зато будет порофлиться меня, с чего забейте. Мне не обидно ни разу не будет. Да, можно побыть и пивным тоже. Иногда. Не страшно. Главное, убили с первого пула. Даже с этим хилом. Ребята, даже с этим хилом. Так, сейчас на слепце будет все красиво. Давайте там через 20 минут на регорн десается. Меня резнут нахуй сегодня или нет? Не точно.
Ну, ока шторма, короче, да, я не рассказал еще, блядь. Пиздец, буренки нету, и резать некому. Короче, если она появилась, ты в нее либо не заходишь, если ты был в ней ее на этот момент, либо стоишь на месте, пока она не закончится. Да-да-да, пока она не пройдет. Тест на внимательность. А с этой расстановкой танка вроде сказал, все проговорил, блядь, и все равно поставили хуй пойми как. Ладно. А это, ну ты как милик, тебя особо ты можешь со стороны смотреть, там как сам. Я тебе по минимуму рассказал. Сам ну, ты понимаешь, тоже что происходит при этом. Тут только на этом боссе можно убить весь рейд, на остальных ты нихрена не сделаешь. Ну да. На Вайше будет. Да ладно, а на слепом забежать с меткой смерти ну, во всех. Говорю, так и про слепого и говорят. Не, ну можно там землетрясь Милизона убить, например. Это не весь рейд. Этих, мобов так. Можно на себя забрать в рейд. Вот, кстати, может мне кто-то объяснить, как эта тварь выбирает на паровозе таргет? Самый дальний же первый или как? Да. Какого хрена она меня в два раза побежала? Первый раз окей, я был в дальней возле стенки, второй раз я был в центре, когда в танк она врезалась. Ну, карась, в смысле. Я был в центре со всеми, какого хрена опять я? Я задолбался с ним бегать. Со всеми, а в край, на краю кто-то стоял? Танки стояли по краям. Я просто второй, когда с ним бегаю, как дебил. Че страшно. Так. Ноги на присте качаю. У нас минус холипал, я спекаюсь хила. Это что, он дико, я есть онлайн, он переживает? Есть. Ну, что-то он где-то походит. Да, я уезжать вам. Прыгнул. Да, ребят, есть у кого-нибудь в рейде одна пуста? Пожалуйста. Просто дай ему искать. Одна какая пустота? Изначально? Ну, изна... Да, да. Давай, кому тебе? Пивной? Да. Пиво, пиво, да. Пиво, пиво, мужики. Воронки науки по 500. Ну, смотришь по ДПСу, короче. Ну, кто, ну кто-то есть. No. А, аминь, Мортрес, по идее. И. Там и РЛ, и РЛ. И РЛ, да. Ну, РЛ такой себе лучше, ничего не страшно. Что за душка? Мортрес, который сколько ты там на РТ не ходил, говорил? Полгода, да? Месяца два. Не, месяца два. Где-то в конце августа. Нужна третья аура. Так, короче, по тактике. Босс две фазы. Human фазе. Фазы между 10% хп идут, меняются. Подамажили 10%, фаза поменялась. Вот, в фазе Хумана. У него есть три спецспособности. То есть рага 100 раги набралась, она копится. Спецспособность. Это клеймо скверны, которое надо вынести за кем? РДДшный милику. Сейчас ставлю три метки. Для кемпов РДД. И... хилов. Сразу пошел мне в ШП? Нет. Или на хвалу вообще зайти? Нет, ты в хиле. В этом. Вот. Клеймо скверны для миликов выносится. Вот босс будет смотреть в палатку у него за спиной. Сейчас поставлю метку для танков. То есть за ромб он будет смотреть. Приблизительно. И на фазе Хуман он будет делать чардж в правую сторону, в дальнего танка. Когда он кастует рывок, ты должен стрейкнуться от босса, потому что у него идет АОЕшка, и он вот весь свой фрейм дает АОЕ также, клиф. Не только перед собой. Лучше отходить. Там медведь чаржится, вроде как стопает ему каст, он там никуда не дергается, но вроде как дамаг может пройти. То есть, как только он там прошел каст, он дернулся, и потом ты возвращаешься бить. Ну, там метра 2-3 буквально шаг делаешь от него. Вот, клеймо выносишь полубоком через те он дальний флажок, который у стеночки слева, за квадрат. Чтобы не перекинулось на луну, на хилов. Максимум 5 человек может делить с тобой.
либо кинется на весь рейд этот дебаф, и ото всех уже будет летать друг к другу, и то есть, соответственно, ваншот рейду. То есть ты полукругом, ну так, небольшим побежал, за квадрат встал, там на этот столик, где-то плюс-минус, стоишь, ждешь дебафа этого клейма с черепом, и возвращаешься. Так, клеймо это первая спецспособность, вторая спецспособность это обычный прыжок, он ауешит, это прохиливается, и руны. Руны. Фиолетовая это рут, синяя это сало. То есть это закрывает милики и ханты. Руны могут лечь две рядом, их можно закрыть одному человеку, встав между рунами. То есть там прям видно, они рядом лежат. И их закрывать можно, стоя с краю анимации ихней. То есть, буквально. Не закрывается вот так между две. Вот. То есть ты смотришь приоритетом миликом синюю руну, где под боссом, и правее трусов где-то, и вокруг. Квадрат смотрит один хант, и трусы смотрит один хант. Соответственно, сзади себя руны прыгают, блинки дают. Сейчас поменяем местами. Хотя... Не, пускай вот так будет. Локи будут стоять в квадрате. Третья пати. Четвертая пати в трусах. Вот. На фазе демона у него также три спецспособности. Испепеление, четыре таргета прохилить, нуборезка. Надо вокруг него 360 градусов побежать, чтобы он тебя не сбрил, приблизительно как на Мимироне за спиной. И... Что еще? Третья спецспособность. Это обстрел. Милики в начале каста, как на Аларе, помнишь, перья падают у него, надо убежать назад. И потом в конце каста, чтобы перья скинулись-обстрел, круги маленькие под твоим фреймом. И ты уже на ходу бежал под босса назад после каста. То есть с начала каста ты влево уходишь под флаги с кемпом миликов. Каст прошел, вы уже возвращаетесь. РДД бегут в конце каста. В левую сторону, либо вперед. Но так, чтобы все круги были в одном месте, блядь. Ни слева, ни справа насрано. Там выбегает только кому удобней. Но лужи должны быть в одной точке. Буду видеть, кто выбегает раньше, блядь. Если увижу, кто конкретно, дам ГП. Тут уже был. Так. В остальном 35% фаза. Мы собираемся за спиной. Нуборезка дается периодически, но только 180 градусов. Тут надо сместиться за одно плечо, будет под клиф не лезть. И будет уже не чардж, а залп дальнего танка одиночно лететь, стакаться. 10 стаков уже там начинает ебать сильно, но больше стаков нет. В остальном ты милик смотришь, как твой кемп двигается, следишь в основном за рывком. Ну, слабый духом. Плюс ДД. Хорошо, Илем. Ого, буря пришел. Будет рест. Так, его мы поставим в четвертую пати в трусы. Ключевое, напоминаю, синее сало закрывать миликом под боссом рядом с метками. Восстание вы обычно закрываете, это периодически, да, появляется на всех фазах. О, нет, вижу, не на всех, на демоне. Или на хумане. Не помню, неважно. Короче, восстание, синий круг появляется небольшой, прозрачный. Его надо закрывать минимум, там, 10 человек, по-моему. Милики стоят, плюс ближайшая метка. Смотрим, с какой стороны она появляется, лужа, ближняя метка смещается. РДД. Хилы, приоритетов и каста и отхилит. Ну, если испепеления нет там, то может видите помочь. Выкрываете. Каски ребафните. Да, рыба стоит, бафаем середину. Я, ну, короче, тогда вы кричите на АП, потому что колоконим. Так, танки, внимательно. У нас на рейнже стоит Горис на хуман фазе. Шилдмейден и пиво танчат. На хумане внимательно забираете по стаку. Он макс хп срезает. И под кливом дальше не стоим, пока вы не активный танк. На вас также копится стак. Давайте бить уже. Все, даю чек на понимание на пул. Лапку инту обновить?
Ну все. Че? Секунду сейчас. Что, танчим бромбики, да? Да. Пару брюлей сменю хотя бы. Когда он метаморфозу будет кастовать, помнишь, что ему надо за спинку зайти и обратно его поставить после. Да. Пусть него вот пройти. Туда-сюда. Угу. Это я первый гимн дам под спину. Сейчас, секунду, просто тут брели ключевое хулипало, нет? Чисть код, то лишнее масло на пэт, я в банке забыл. Кстати, дайте Мортрису. Я после босса верну. Четвертая пати, как обычно, дальняя метка справа. Где большой радиус сзади. Для закрытия мет. Благодарю. Под испепеление я первый даю гимн. Не могу. Да, по испепелениям. Первый гимн дает Дот Полон Рот. Второй девочка Трабл. Третий Шафран. Четвертый Защитан. Пятый Аминь. Просто. Так. Все, вроде один остался. Все, даю отчет. Начинает ДК. Ну я говорил, когда рывок каст, надо следить и стрейфиться назад. Ладно, обстрел, смотрим, милики, РД. Шафран, ну ты чё? Восстание, закрыли. Так, Шафран у нас реснет Бьорн, Цель реснет Войда. Да ладно, побьёшь, у тебя есть урон, бей. Прибафнули. Метаморфоза, спецспособ... Ооо. Вот он. Ну умерли, вот кто побежал ему сейчас под лицо, блядь. Хорош. Я только забрал, и фаза была. Хорош, блядь. Блядь, ради этого ты, сука, и должен заходить за спину. Ну да, раньше фазы. Ну вот хивы вообще выжили на изи, да? Все влево пошли, нормально. Это уж прямо на нас началось. Так на нас еще продуло, блядь. А вот кто побежал там к нему на ход, вы красавчики. Мирики выжили, непонятно. Там какая ошибка, не тех, кто умер. Ну, блядь. Ну, выжить можно было. Да. Ну, можно было нормально босса. Ладно, это понятно, блядь. Ну и выжить тоже можно было. Все, бьем дальше. ВР пока держим, Борис. Восстание. Спецспособность сейчас сразу. Клеймо. Бьорн за РДД. Все. Вот, увидели, как он вышел сразу. Под восстановление контроля не надо за спину, только под метаморфозу. Вот сейчас заходишь за спину. Ну-ну. Влево. Аккуратней там, во фрейме милики, он может вас также продуть от себя. Про спецспособность и фаза. Что будет первей? Могу дать. Не будет спецспособность следом. Не, испепеление. Давай гимну, как этот умрет. Как стихи сейчас? Ой. Ой-ой-ой. Искрикнул. Я бернул офису. Давай.
чате смотрим. Ну. Ну, печать что? Это да. Восстание. Долгим было. Да короче, давайте упадем, а, в пизду. Почему убьем? Кину хп. Уже. Станя. Ну не дохил. Ну уже два полипреста бесполезнейшие. Куда пойдете? Вообще ничего не хилит. Все, все. Диван можно дать, нет у нас некому, да? Можно смотреть. Ну поняли, да, что происходит на боссе сейчас? Приблизительно. Упадите, отойдите от колодца. Естественно, ни на ком не было, да? А, были. Ну, вар заявил. На танке было, на цели было. Было быстрее падать. Арест. Да.